Вопрос от Милы следующий. Так все же, какой возраст для щенка самый лучший для выхода на улицу? Прививки не берем в расчет. Гулять на руках у владельцев – нормальное начало для прогулок и знакомства с миром? Да, нормальное вполне. Если вес собаки позволяет вам выносить собаку для знакомства с окружающей средой на улицу, это прекрасно. Не обязательно даже все время ходить. Вы можете где-то сесть на лавочку и посидеть со щеночком, покормить его. Вы можете разложить на лавке коврик и поиграть, если размер щенка позволяет поиграть с ним в игрушечку на лавке. Вы можете взять собаку с собой в магазин. Вы можете взять собаку на мойку, когда поехали мыть машину. Вы можете взять собаку с собой в большой магазин, где есть подземная парковка, достать там и покормить там щенка, чтобы он посмотрел там акустика, освещение другое, чтобы щенок привык и к такому помещению. Это прекрасный вариант, если вы можете это делать, да.